В малом зале Краевого драматического театра нет свободных мест, но нет на сцене ни артистов, ни премьерного спектакля. В зале приглушен свет и особая камерная атмосфера, которая и настраивает на диалог о самом важном. Патриотизм – это самое близкое. Это наша семья, это наши родные, это наша родина. Это любовь к нашей родине. Это то, что мы делаем для того, чтобы наша родина процветала. О служении Родине во всех смыслах этого слова рассказывают приглашенные гости. Лама Четинского Дацана, например, прошел всю чеченскую кампанию. Глава Забайкальской митрополии и вовсе потомственный военный окончил Киевское высшее танковое инженерное училище. Я в 16 лет принял присягу и стал служить в нашей Родине, что продолжаю делать и сейчас. Поскольку происхожу из семьи потомственных военных, у нас на данный момент в семье уже более 100 лет офицерской выслуги, и мой старший сын вот сейчас и с самого начала войны как раз находится там. Разговор о духовных ценностях продолжил уже действующий военнослужащий, не так давно вернувшийся из Оленточки. Михаил Семенищев уверен, русский народ непобедим, пока поклоняется опыту своих предков, почитает родителей и находит поддержку в семье. Вопросы из зала тем временем сыпятся уже в адрес приглашенного педагога-психолога. Что делать, если связь подростка с родителями по разным на то причинам прервалась? В этих случаях, советует эксперт, нужно заново выстраивать диалог. Садиться и разговаривать, не замалчивая и не откладывая обиды в долгий ящик. Если разобраться самостоятельно не получается, на помощь всегда могут прийти специалисты. Например, из Краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья». Дарья Пьяникова, Сергей Миртов, РТК «Забайкалье».